на ваш честь, я полагаю, да, что тот объем обвинения, который предъявлен Белову именно о том, что он подведучий предупрежденный об уголовной ответственности по статье 314 в отношении лица, которого установлен административный надзор без уважительных причин, то есть сегодня каких-либо уважительных причин, в принципе, на предварительном расследовании, о том, что он не явился по избранному месту жительства по Металлургов, значит, 36.42 он не явился и не стал, значит, в течение трех рабочих дней на учет первый отдел полиции для того, чтобы в отношении него дальше осуществлялись, значит, ограничения, контролировались после установленного на него решением суда. Не давать реальный срок. Сделаю все, чтобы оправдать и жить нормальной жизнью. Все.